27 сентября в 12:20 на пульт единой дежурной диспетчерской службы города Видное поступил звонок о нахождении подозрительного предмета на парковке около дома 34, корпус 1 по улице Советской. В кратчайшие сроки прибыли сотрудники полиции, которые провели оцепление опасной зоны. Кто говорит, там кто-то место себе забронировал и поставил эту огромную сумку якобы с бутылками с водой. Кто что говорит? Я лично не видела и не знаю. Понимаете, могу вам ложную информацию, это некрасиво. При проведении обследования выяснилось, что тревога была ложной. Уже через час оцепление было снято и жизнь во дворе вернулась в прежнее русло. Подозрительным предметом оказалась связка пластиковых бутылок, наполненных водой. По всей видимости, кто-то из жильцов таким образом решил застолбить за собой парковочное место. Оперативно выехали все службы, и пожарные, и скорая помощь, и полиция. Обследовали, подозрительный предмет оказался ложным, и ситуация на этом завершилась благополучно. Все закончилось быстро и благополучно. И несмотря на то, что ситуация никому не угрожала, сотрудники Управления по территориальной безопасности благодарны жителям за проявленную бдительность и просят в дальнейшем обращаться по телефону 112 в случае обнаружения подозрительных предметов.